На канале ТВЦ состоится премьера четырехсерийного приключенческого детективного сериала «Чистосердечное призвание». В центре сюжета сериала следователь Люся Ракитина. Ей очень сильно повезло. Из тихой провинции ее пригласили работать в Москву. Противовес этому везению в напарнике ей назначили Стаса Ставицкого, модного педанта, долго прожившего за границей. Судьба свела людей из разных миров, с противоположными взглядами на жизнь. Как им вместе работать, ведь они так не похожи друг на друга. Первым делом необычной пары становится расследование убийства экстрасенса на телевизионном шоу. Известный маг пронзен стрелой из арбалета после того, как пообещал зрителям назвать имя убийцы молодой девушки, погибшей несколько лет назад. Главные роли в сериале исполнят Дарья Лузина, Павел Крайнов, Михаил Багдасаров, Андрей Леонов и другие. Премьера четырехсерийного детективного остросюжетного сериала состоится 12 декабря на канале ТВЦ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.